Вот мы гуляем по улицам Гуанчжоу. Здесь очень много байков. Вот. И, кстати, при наличии Вичата и привязанной к нему карточки можно снять вот байк. Байк в аренду. Вот. Но мы пока не освоили это. Так. Китайцев много на велосипедах, они игнорируют просто правила. Они ездят на байках, электрических, конечно, и на велосипедах прямо по пешеходным дорожкам и по тротуарам. Им, в общем-то, пофигу. Вот какой-то торговый центр. Торговля здесь на каждом повороте. Это, по-моему, продукция для здоровья какая-то. Вон там грибы. Грибы. Ага, это что-то невнятное, это какие-то корешки. Вот. Там вкусняшки продаются копченые. Пробовать мы это не будем. Вот. Направляйтесь на запад. На самом деле мы идем с рюкзаками в отель. Поэтому это такой экспромт, поснимать что-то. Очень зелено, очень хорошо. Ну да, вообще улицы красивые, в центре на самом деле очень приятно. Вот. Это такая центральная, но достаточно спокойная улочка, потому что есть здесь, конечно, и магистрали большие, вот, и развязки, потому что город, ну вот, пожалуйста, вот в центре живут люди, вот там вот белье развешивают на улице. Это типа сладости, но европейцу они будут неприятны и непривычны. Скорее всего. Потому что китайцы любят, например, сделать булочку с перцем. Сладкую булочку с перцем. Или в кусочек мяса добавить немножко сахара. Поэтому лично я это есть не могу. Если бы не рис, я бы тут помер с голоду. Вот просто какой-то Чайнатаун. Ага. Вот наш гид по Гуанчжоу. Пройдемте. Пройдемте, говорят, в других учреждениях. Вот, автобусы. Проезд на автобусе стоит 2 юаня. Это 9,5. А, нет. Это 19 рублей. Практически во всем Китае стоит также 2 юаня. Так, ну все, мы отключаемся пока.